За окном то сугробы со снегопадами, то лужи и капель. Подобные перепады температур устраивают детскому иммунитету настоящее испытание на прочность. А потому простудные заболевания набирают силу именно в осенне-зимний период. Важно вовремя распознать симптоматику гриппа и ОРВИ, чтобы оказать помощь своему ребенку. ОРВИ отличается тем, что происходит постепенное нарастание симптомов. Температура тела, как правило, не повышается выше 39 градусов, сопровождается катаральными проявлениями, это насморк, кашель, боль в горле. Грипп, в свою очередь, проявляется сильной интоксикацией организма. Температура тела поднимается до 39 градусов и выше. Ребенок вялый, плаксивый. Вирусные заболевания и бытовые простуды можно предотвратить, если принять необходимые меры профилактики. Прежде всего, нужно соблюдать гигиену, мыть руки, регулярно проводить влажную уборку дома. Защитить ребенка, по мнению врача, также могут и медицинские маски. Медицинские маски помогают защитить ребенка от воздействие инфекций в окружающем мире. Вообще детям следует носить маски с 12 лет, но если ребенок младшего возраста идет куда-то в общественное место и он уже осознанно умеет носить маску, правильно ее надевать, то можно надевать и раньше. Иммунитет ребенка формируется с самого раннего детства. Важно регулярно гулять с ним на свежем воздухе и вовремя начинать закаливающие процедуры. Лучше летом, перед этим проконсультировавшись с врачом. Главная защита детского иммунитета – своевременная вакцинация. В наше время вакцинацию детей от гриппа можно начинать с 6 месяцев и проводить каждый год. Научно доказано, что вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции защищает не только от этих заболеваний, но также защищает от осложненного развития ОРВИ. Также важно следить за рационом ребенка. В осенне-зимний период в нем обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.